Так, дорогие друзья, у нас вечер понедельника, уже я готовлю кушать. Ну, супчик хочу сварить. Обжариваю морковку, но без лука. Дети попросили суп гречневый, но без лука. Тут у меня варится уже гречка с мясом. А здесь у меня будет рисовый молочный супик. Рис уже промыла, бросила. Так что готовим кушать. Вот такие вот дела. Так, дорогие друзья, сварила я гречневый суп. Вот такой вот он у меня получился. И также сварила еще молочный суп рисовый. Надо еще, кстати, отдельно положить, чтобы остыло тоже. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас время день, время час дня. И сейчас температура у нас 23 градуса. Сегодня, ребят, в школу я опять не отправила, потому что утром было 33-35 градусов. Поэтому сегодня у меня все опять остались дома. Ни садик, ни школу, никто не поехал. Даже вторая смена, которая днем учится, я их тоже не отпустила. Потому что если бы автобусы нормально ходили, я бы, может быть, бы и отпустила. Но не стала отпускать. А так, в целом, все хорошо у нас. Сейчас пошла в магазин, мне надо купить молоко, я хочу тесто на булочке поставить. Молоко, яйца надо купить. Ладно, идем. Так, сходила я в магазин. Сейчас покажу, что купила. Печеньки творожные, пакетик взяла. Яйцо взяла, у меня яйца дома нету. Яблочек деткам взяла. Что-то яблоки по 65 рублей. И 3 литра молока, видать, пакет где-то протекает. 3 литра молока, сейчас буду тесто на булочке ставить. Вот такие вот все у меня покупки. Так, дорогие друзья, будем ставить тесто на булочки. У меня здесь уже яйца, масло, дрожжи, сахар, соль. Сейчас все это хорошенько размешаю и будем дальше замешивать тесто. Теперь будем сейчас добавлять муку. Я никогда не взвешу на глаз, ну, не взвешиваю, то есть я на глаз делаю, поэтому вы уже смотрите сами по своей муке, мука, потому что разная. Так, все, поставила я тесто. Теперь сейчас его накроем. И пусть настаивается. А потом будем с вами стряпать булочки.
Дорогие друзья, пока я нарезаю овощи для супа, хочу ответить на пару вопросов, которые мне задают мои подписчики, да? Которые вы задаете. Мне тут недавно подписчица написала, почему мне не помогают мои родные. Моя мама, мой папа. Дорогие друзья, родилась я сама в Красноярском крае, в Богучанском районе, поселок Таежный. Представляете, сколько отсюда? Далеко, да, скажете? Как тебя туда занесло? Ну, это долгая история. Почему мне не помогают мои мама и папа? Потому что их уже нет в живых и очень давно. Папа умер, мне было 1,8 года. Я его не знаю. Ну, так вот. Мама умерла, мне было 18. Поэтому мне некому помогать. Так что... некоторые спрашивают, а где у мужа родители? У мужа родители... Мама только здесь живет. Ну и бабушка, да что, бабушке уже 90 лет, поэтому там не вариант. Мама, она у него тоже сильно болеет. И тоже... не вариант. Она, когда к нам приезжает, она долго сидеть не может из-за шума. Это я уже, знаете, привыкшая к этому шуму, и когда его нет, мне даже уже не по себе становится. А... она не может в шуме находиться, поэтому она у нас долго обычно не сидит. Если она приезжает, ну, она бывает, приезжает, конечно, если приезжает, то, может, часик-другой, и сразу же уезжает, быстро-быстро причем. Потому что шум она переносить не может. Моя бабушка живет в Абакане у своего сына. А здесь у меня родственники есть только тетя моя. Ну, тетки мои по маминой линии. А больше так, как бы тут нет у меня родственников. Вообще у меня все родственники это в Красноярске. Так что вот так вот. Ксюш, вот ты вовремя, да? Вот ты что прилетела? Так что у меня надеяться не на кого. Я бы с радостью, знаете, бы отсюда бы уехала бы из этого города обратно бы к себе на родину. И не переживала бы. Ну, мне некуда ехать. Там только дядьки остались. Поэтому бабушка там уже нет в живых. По папиной линии я имею в виду. Поэтому вот так вот. Поэтому у меня надежды ни на кого нету. Только на саму себя. Надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Так что вот такие вот дела. Когда-нибудь в будущем, может быть, съезжу на родину туда, к маме с папой на кладбище. Хочу очень съездить, давно не была. Последний раз я ездила туда, еще в школе училась, наверное, в классе 8. Мы с бабушкой тогда ездили. А нет, ну да, правильно, я же до этого, после этого еще в Абакан ездила, а в Красноярск так и не ездила больше. Общаюсь ли я с дядьками? Да, иногда. Иногда. Иногда общаемся. Я их вообще искала, поэтому... подожди меня. Потому что я не могла ни адрес вспомнить, ни номера телефона у меня не было. И просто написала в программу «Жди меня», что вот хочу найти своих родных. И вот... потом они мне позвонили, сказали, что я их искала. Потому что я у бабушки спрашиваю, бабушка ничего не знала тоже. Поэтому писала передачу. Вот такие вот у нас. Вот такая вот моя история жизненная, да? Со временем я знаю, что я вам обещала показать фотографию мамы. Обязательно покажу, но не сейчас пока. Потом достану альбом и обязательно вам покажу. Так что, если интересно, оставайтесь, а я продолжаю готовить. Мама! И опять вы говорите, я беременна.
А, ну да, при беременности же нельзя в баню ходить, выкидыш будет. Ребят, чушь не мелите. Вообще-то не только при беременности нельзя в баню ходить. Вообще-то еще и в женские дни нельзя в баню ходить. Если кто не знает. Глупости говорите вот всякие, знаете. С моим здоровьем уже вообще-то рожать нельзя. У меня здоровья не стало. А если кто и не верит, то это ваше право. На дураков мы не обижаемся, верите, нет. Не хочу даже эту тему больше заводить. Все, кто знает, кто со мной общается, тот знает, что я записалась к терапевту на прием. Хочу сходить попросить направление на анализы. Хочу попросить направление, чтобы мне назначили на УЗИ. Почки, печень, желудок, поджелудочное. Что все проверить. В чем-то же должна причина, почему мне так плохо. И вот. Потом деньги получу и схожу на УЗИ. Потому что навряд ли меня запишут на бесплатное УЗИ. Я так почему-то уверена, что у нас в основном тут, насколько я знаю, пенсионерам можно попасть на бесплатное УЗИ. И то не всегда. Поэтому... Не знаю, мне кажется, навряд ли поставят на бесплатное, поэтому буду платно проходить, что теперь. Как деньги получу, так и буду уже договариваться. Так что давайте не будем сочинять, как вы это любите делать, сочиняете всякую чушь. Я не беременна и рожать не собираюсь, потому что у меня здоровье уже, как вы видите, совсем не то. Знаете, дай бог, чтобы у вас не было такого, что сейчас у меня происходит. Я вам всем желаю крепкого здоровья и давайте не будем сочинять. Потому что мне эти сочинения, после того, что я прочитаю ваши комментарии, от этого мне только хуже становится. Так что вот такие вот дела. Ладно, продолжаем дальше готовить, кушать. Я жарю зажарку, лук обжаривается, здесь поставила для супа, а эту поставила, хочу деткам кисель сварить. Так что будем варить, кушать. А я достала размораживаться кальмаров. Хочу кальмары с яйцом пожарить. Кальмар, да, кальмар. Я думала, вдруг не то достала что-то. Хочу почистить, весь разморозить и потом с яичком пожарить. Напишите, как вы готовите еще кальмаров. Мы любим с яйцом жареным. Есть и салаты всякие с кальмаров. Ну, что-то я никогда не пробовала, потому что кальмар дорогой. Ну, ладно, разморозится, потом приготовим еще и кальмаров. Ты глупая птица. Ты зачем сегодня Марину укусила? Вот эта вот глупая птица сегодня Марину укусила. Марина полезла рукой к кружке, а та подумала, что она ее хочет схватить. И цапнула ее. Да, Ксюшка? Так, дорогие мои, испеклась первая партия с кокосовой стружкой. Они вот такие вот есть, улиточки, есть сердечки разные. Тут начала заготовки еще делать. Тут апельсин себе почистила. Ой, апельсин, мандаринку хотела съесть, так и не съела. И продолжаем готовить. И поставила уже вторую партию выпекаться. Так, наделала уже заготовок. Тут у меня еще полтазика теста, даже больше. Детки уже расхватали булочки. Сказали, вкусные. Ну, в принципе, так-то ничего вроде. Нормальные получились. Ладно, стряпаем дальше.
Так, суп у меня уже скоро сварится со спагеттими и с яйцом. Тут у меня варится кисель. Испеклась уже вторая партия булочек. Вот такие вот, вот эти вот с кокосом еще остатки, а остальные уже вот такие вот, они уже без кокоса. Просто сахарные булочки. Так, я уже почти допекаю, там последняя партия допекается, но в целом дети вот едят, все бегают, а я занимаюсь дальше кальмарами. Короче говоря, я их очищаю и вот на такие вот полосочки я их нарезаю. Буду жарить с яйцом и луком. Так что вот так вот. Сейчас вот эти вот остатки еще почищу. Но я не все за раз сейчас, конечно, съедим. Сейчас часть я пожарю, а часть уберу в морозилку на второй раз. Так, я жарю кальмаров. Я их промыла, с луком уже бросила сюда. И сейчас под крышкой пускай томятся, обжарю, потом добавлю еще яйцо. Так, все, булочки я допекла. Вот это и вот это. Слава тебе, Господи. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, все, дорогие друзья, сварила я вермишелевый суп. Сейчас жарю кальмарчиков с яичком. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, готовим кальмаров с яйцом. Напишите, любите ли вы вот так вот. Тут у меня яйцо, лук, кальмары. Я обожаю такое блюдо, но вот редко позволяем мы себе такое. И у меня кальмаров не все едят. Вот таких вот именно. Упаковочка вкусных возьмешь, сушеных, они будут есть. А вот такие вот не очень. Поэтому готовлю чуть-чуть.